18 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял председателя расположенного в США фонда этнического взаимопонимания Равина Марка Шнайера. Председатель фонда этнического взаимопонимания Равин Марк Шнайер отметил, что в мире с интересом наблюдает за происходящими в Азербайджане процессами общего развития, что все увиденное в Баку произвело на него глубокое впечатление. Он отметил, что возглавляемая им организация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. На встрече было подчеркнуто, что проходящий в Баку третий всемирный форум по межкультурному диалогу является важным вкладом в дело сохранения традиций мультикультурализма в мире, отмечено его значение с точки зрения дальнейшего сближения культур. Проведение этого мероприятия было расценено как вклад Азербайджана в укрепление международного сотрудничества.